Сегодня в Астане продолжатся переговоры по Сирии. Вчерашняя встреча проходила за закрытыми дверями и длилась 9 часов. Напомню, в столицу Казахстана приехали представители правительства Башара Асада и 12 оппозиционных группировок, а также делегаты от России, Турции и Ирана. Пусть прорыва в договоренностях не было достигнуто, сам факт встречи уже успех. За одним столом противоборствующие стороны не сидели с февраля 2014 года. Главная задача переговоров – закрепить режим прекращения огня, он введен в Сирии с 30 декабря, а также убедить оставшиеся группировки примкнуть к перемирию. В Астану приехали представители 7 оппозиционных организаций, до сих пор ведущих боевые действия против сирийской армии. Планируется, что сегодня переговоры продлятся до 2 часов по московскому времени, после состоится пресс-конференция по их итогам. Следующая встреча по сирийскому вопросу состоится 8 февраля в Женеве.